Здравствуй, YouTube. Это видео отчет о том, как прошли 4 и 5 этап тестов Мачете Санкт-Петербургского ножевого клуба. Я смог принять участие только в 4 и 5 этапах. Они производились совмещенные в один выезд. И вот, собственно говоря, отчетное видео, чтобы вы могли это тоже видеть своими глазами. Я опробовал камеру, ну, потихоньку начнем. Значит, начали мы с группы 4, это этнические мачете. С 5 группы будет все то же самое, долго объяснять ничего не буду, сразу посмотрите. Значит, первым этапом был внешний осмотр. Результаты смотрите сами. В таблице приведены уже средние результаты, тестеров было 5 человек, то есть я был одним из 5, и наши оценки усреднялись и присваивались соответствующие баллы, соответствующая оценка тому или иному изделию. Название вы увидите, соответственно, найти эти мачете будет несложно в интернете, посмотреть на них. Оценивалось что? Оценивался внешний вид, то с каким качеством и вниманием сделаны изделия, оценивались ножны, удобство ношения, извлечения и убирание обратно в ножны этой мачетины. Вторым этапом была рубка кустарника. Ну, кустарника было много, рубили, так сказать, каждый рубил, каждым мачете, ну, до тех пор, пока у него не создастся впечатление. Каким-то там 15 секунд, каким-то с минуту кто-то особо интересные мачетины не отпускал минут 5, не оставив ничего от леса. Вот. К сожалению, на видео не всегда видно саму мачете, но это была проба использования экшн-камеры. Вот. И, к сожалению, я немножко ошибся со скоростью воспроизведения. Соответственно, здесь запись шла всего при 25 кадрах в секунду, что, видите, не дает как бы всей картины того, как мачете налетит, попадает в дерево там, и так далее. То есть было бы лучше для такой сцены побольше кадров. Но следующий, когда будет финал этого конкурса мачетин, я обязательно сделаю все гораздо грамотнее. Видео будет значительно более интересное в плане визуальном. Соответственно, все тестеры по каждому этапу отчитывались председателю клуба, который записывал оценки. И вот председатель клуба снабдил меня оценками, я подготовил это видео. Соответственно, это вполне официальное видео ножевого клуба bladeforum.ru. Ну и я не думайте, что буду все 12-13 минут вам что-то вещать. Просто начинаем музычку. И можете смотреть дальше. Когда нужно, на слайдах просто останавливать воспроизведение и смотреть оценки. Наслаждайтесь!